Да, у меня вчера просто нет дропнулся, и потом проблемы были, я не мог запустить стрим, потому что у меня, ну, там происходило каждый час около того. Короче, история такая, ну, вот после того, как у меня дропнулся нет, я пошел в магазин, ну, я позвонил в техподдержку, мне сказали, ничего не видим, трали-вали, будем разбираться, типа, оставили заявку, сейчас с вами свяжутся. И, короче, я прихожу в магазин, у меня нет есть, я начинаю что-то чекать, как у меня загружаются видосы. Ну, не чекать на спид-тесте, а просто по простым таким показателям, грубо говоря, как вообще все грузится и работает ли у меня интернет. Так, надо ОД ему забанить, наверное. Похер на Тимбера. Хотя Тимбер в ССПА такой себе. На земле хочу поиграть. Вот. Короче, у меня на Ютубе высвечивается рекомендованных видос от канала Навальный или Штаб Навального или что-то такое. Я смотрю 5 минут, у меня дропается инет. Я опять звоню, там 10 минут в это, вот знаете, сейчас с вами свяжется оператор. Бррррр, там какая-нибудь музыка играет. Через 3 минуты с вами свяжется оператор. Бррррр. В общем, короче, у меня нет интернета до сих пор. Ну, в плане, еще минут, наверное, 20. Я ребутнулся, что только можно, роутер. И мне пишет, типа, ну, DNS не найден, там, или что-то такое, там, ошибка DNS сервера. В общем, не знаю. Вот, ребутнул ПК, у меня когда ребутаешь, у меня вкладки сохраняются в браузере, но они типа закрыты. Ну, короче, я ребутнул, ничего не происходит, звоню, сообщаюсь с техподдержкой, она мне объясняет, что у вас типа все, никаких помех на линии технических работ, информации, ничего по этому поводу нет, все типа ок. Ну, короче, я просто беру и закрываю все вкладки, включаю видос с Навальным. И у меня через 3 минуты появляется интернет. Совпадение? Go, subs here. My spirit moves. Timber here. Just 30 seconds now. Oh, that's a good spot. Здесь обс похоже. Thank you. Нас. Это что за билд на Варфе? Погоди, до хака? Просто замерз, Камиль. Чё раз, чё пристали-то, блин? На улице видел погоду? Не видел. Ну вот види хоть раз за 2 недели. Прикольно, когда в школу ходить не надо, правда, не правда ли? Сейчас сетка будет. Или нам без хера. Ну, ты пожадничал. А, топ убивать рубика какого-то постоянно. Короче, после руны побегу в топ, скорее всего, на четвертый, потому что делать будет вообще нечего. Он стоит full хп. Убивать белку особо нет смысла. Или добегу. Я просто бегу в топ. Белка тоже бежит топ. Купит джавелин, возьмет шесть. На Рубика на баунти убить еще раз. У меня урна заряжена. Я не подойду. Тогда не убьем, тогда не убьем. Дойдешь? Тимбер не идет. Без сапога.
Oh, that's a good spot. Not yet. Да, а. Yes. Вот оно как. Вот так вот, да. Что же, Жевелин 6 на ВР-ке. И убьем Пама. Я не мог через этого чела прыгнуть. Бегу. Если бы я умер от твоих замахов, я бы в моник бы ногой бы ударил. Сейчас лепнусь, стоп. Не хочу табак покупать, хочу вы. Я могу на всем мероприятии. Мне кажется, мы его не убьем никак. Ну если Джавелин прокнет за 10 ударов хотя бы раз. Да ебаная хуйня не будет прокать в этой игре! Ребят, ну это всего лишь видеоигра, вы что? Так, а ты чё, ты в Моне хотел ударить? Да, так. А я ударил. Хотя не хотел. Вообще, задолжил бы Тимбер хотя бы до Майла. Похер на него. Видите, бот просто фантомка тэпнулась к нему. Ладно, передумал. Придется покупать тапок. Сорин с камень, можем попробовать копа убить. Я бегу. Или Рубика. Копу, копу. Ой. Я скликнул чуть-чуть. Перекачка у Рубика его. Сложнее убить. Все, можно здесь нападать тогда. Упс. Все, забить. Откат, ребят. Ну па, вот и Virtus Pro Safe, так сказать, на VR-ке. Название стрима кликбейт? Да ты что, нет? Да! What the f- Кахов на копе, это не хухры-мухры. Могу заставить, блять. Да не, я начну, сейчас он в пачку зайдет. Все, что нужно сделать, просто играть доту. Время на нас играет, так-то. Да успокойся, ну чё ты, Камиль. Я уверен, что мы слабее его сейчас, когда... Если бы у нас был бы и бейт на морфе, мы бы этого Тимбера дерьмом бы мешали за стан за один. Но... Никак иначе мы не можем. Мы прыгнем, ворчит, всё, и у нас умрёт. Потерять позицию орка, мы умрём. Гуд райнем. Умрём, чё поделать. Нормально такое. Ох. Это мы еще на своей плане дрались. А что будет на противоположной? Я мискликнул с смоком. Бля, ничего не смог, наверное, так плохо. Хотя вард
А у нас и Мольдер стоял вард. Я даже не знаю, что хуже, вард второй поставить или смог. Можем так-то их убить. У меня МКБ, я тумбу пробил. У нас МКБ, он всех убьет со столом. Можем метавр пойти, 40 секунд есть. Ебать там игрок. То есть на кахла не надо. Антерный говорит, да. Хочу Весла добить и книжку я иду. А сейчас она так до БКБ, я в тиндера просто грызусь. Ну он нас там грызет. Играйте за марафон, пожалуйста. Сейчас я доберу себе книгу, вот. Я иду к вам. Можем и тимбера убить, у меня весел есть. А, я сейчас спросили. Блять, грех. Моя сила купила. Заряжаю, заряжаю. О, я умер. Ты умер. Я ушел. Даже пиво не пролил, блин, зеленое это тот. Можем обстануть, если есть что-то. Рубик, а у него палка на Рубике. Укатится сейчас. Больше, 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 пока. Веду па. Видим па. Па, нет, смотрите, па. Застань. Хорошо. Не игрок на па, это вообще какой-то мем. Рошана. Да, да, бегу. Есть тимбер. Клопу сейчас. Можем тумбу, тумбу сзади. Сними дизарм. Ко мне нет, парни, надо почилить. Ну вот, не драться пытаться, я не могу помочь. Ну зачиль, бро. Ты срубил его? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы чуть до нервного срыва водичку нашу не довели. Земле своей вонючей. Exactly so. Так-то лучше. Я заберу инвиз. Ты сумасшедший на этом. Я сам сейчас за тауэр в инвизе. I should stand right there. Wait, an even better spot. А вот эту штуку потрогать сразу. А вот эту можно потрогать штуку или вот эту? Лоб в центре, скорее всего, на ХГ. Можем ХГ побить. Вон, в меду штука, можем? Парни, можно ХГ просто, вон, ХГ, ХГ. Что надо отдавать? Запашиться. Кого ворохал, ты где? Тумба, тумба, сзади, парни. Я салимся. Тиммер без баем вроде бы сон купил. Гоу просто по баракам, я ульт жму. Гоу барак просто, там байбеки нажали, барак добить. Там же байбек, байбек. Барак просто добить и уйти. Да. Я могу связать всех. Давай. Ладно. У нас еще Аегис на марше. Можете выходить, все нормально. Ладно. А, ну да, расскажешь. 82-й. 415-я база, ответьте, я 82-й. Да, у меня тут дырочку разработали немного, так все нормально, парень. Надо вам пласты 2 забрать будет. А здесь пока можно оставить, пока верхний. Я возьму. Возьми, мне падло уже.
Оракл, иди сюда за шмоткой или... Да ладно. Короче, на ВРке или на Оракле заберите шмотку. Я подхожу, подхожу, Камель. Можешь бить ему? А он засалит его. Можем мы в тройку, тройку, парни, парни, мы побегу в тройку. Трон. Мечтаю, волевое решение было с Мидасом на морфе. И байбек нас еще всех сплотил. Камиль, неплохо умеешь психологию. Забудь, наверное. Сидят на своих Ростелекомах и жалуются, что... Да у меня нет Ростелекома, алё. У меня не Ростелеком. Давайте Пашки спросим, чья она девочка. Это та, которая писала Манки Кингу поводу предохраняться. Го, выйдем, топ попушим. Go, fight for his balance. Мы можем потрясать нас. БКБ на ПА. Так. Покайте ее, БКБ на ОП. Ребят, нас трое осталось. Ксю дерево поставил, надо. Она без БКБ. Камиль, дай камней. Фантомка, байбек. Я без камней. Че ты кликаешь на меня? Вылаем. Там-пам, с копой. Да, гениальный был такие, не знаю, что с ним устраивал. Чья ты девочка? Моя. Он еще не таким голосом говорит. Па, в миду парни. Не было лень, камни. Так и не везёшь. Так можешь мне отдать? Отдай мне. Отдай мне. Отдай, отдай, отдай. As must be. My way and way. The enemy's middle tower can withstand no more. I should stand here. Ah. Хорош, мужики. Удачи. Второй скилл не прожал. Камиль. Жесть, это оскорбление человека какие-то жесткие. Ура, Тимбера 26 уровня победил, 2 спики, по-моему. Вау. Не я, мне победили его. Friendly teammate, самое главное. We made a comeback. Так, гайз, не забывайте, кстати, у меня там на YouTube-канале выходят ролики каждый день. Подписываться на YouTube-канал, там, ежедневно, может быть, через день максимум, выходят ролики. Советую подписаться, чтобы не пропускать, так сказать, контент. На YouTube ролики гениальные, да. Кто не подписался, как говорится, ребят, остались без контента на утро, день, вечер, там, следующего дня. We'll be right back.
We'll be right back.